Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в Hustle Castle. Так, что у нас здесь? Ага, Ева. Ева родила Еву, замечательно просто. Так, у нас изготовился посох, ребята, давайте глянем на 26 уровень. Так, сила магии, так, давайте-ка сравним, ребята, наверное, с тем оружием, что есть у наших магов. Я думаю, что, наверное, оно стоящее. Так, где у нас тут? Где маги? Ага, вот у нас маг. Давайте глянем на его сферу и на наш новый посох. Вау, ребята, я могу вам сказать однозначно, что в крафте есть толк. И причем толк очень существенный, вы сами посмотрите. Да, хорошо, мы наденем. И я думаю, с таким посохом, хоть он, конечно, и один у нас всего получился, есть толк. Мы пойдем с вами на босса. Так, ну для начала мы посмотрим, что мы можем сделать. Тут ничего, тут ничего. 150 тысяч у меня имеется на данный момент. Так, ага, необходим уровень 9, понятно. Ага, подарки ребята мне прислали. Спасибо вам, ребятушки. Теперь я отошлю их вам. Ну что же, завершил я раздавать подарки. И, наверное, ребятушки, давайте глянем, что у нас здесь выйдет. Так, первый сундук пошел. Ага, еда и ресурсы. Второй. Ну, то же самое. Ну, я думаю, наверное, в последующих будет тоже еда и ресурсы. Сейчас мы их по-быренькому вскроем все. Так, отлично. Ну что же, я скажу, что неплохо, довольно-таки неплохо. Это все на... Опа-на! А это что такое? Сила магии и броня. 38 уровень, ребята, вы издеваетесь, что ли, а? Это, извините меня, у меня такого бойца ни одного нету. И чтобы раскачать до 38 уровня, это сколько мне понадобится времени? Вот это фартануло, а? Не, я ничего не говорю, подвеска очень замечательная. Но только сколько ей придется пролежать в бездействии, потому что пока я раскачаю своих бойцов, ой, сколько времени пройдет. Ну что же, давайте приступим, ребята, к осмотру наших клиентов. Нет, этот клиент сразу отпадает, однозначно, даже не буду рыпаться. Так, анархист, ну-ка давай глянем, что тут у тебя вкусненького. Ну, вот этот парнишка еще более-менее, его можно, в принципе, попробовать разобрать. Но мы вначале глянем, что у нас еще есть. Так, здесь у нас никого нету больше. Так, что тут у нас? Радости. Ага, еще кто-то у нас там получил, по-моему, уровень, да? Так, я смогу что-нибудь еще поставить на крафт? Осколков нету. И здесь нету. Плохо, ребята, очень плохо. А я бы с удовольствием влепил бы. Так, повар у меня получает 5 уровень. Это шикарно. Так, улыбочки, улыбочки. Лаборатория бездействует у меня, естественно. 300 тысяч. Куда уж там. Ага, казначей 3-6 уровень. Ну, тут миллиграммы. Так, давайте дальше продолжать разыскивать потенциальную нашу жертву. Так, ну и что здесь у нас? Ну, в принципе, тоже так себе среднячок. Это мы сейчас просмотрим Александр. И выберем, кого нам бить. Вот его в первую очередь мы и будем валить. Интересно посмотреть. Так, все в броне, кроме мага. Ну что же. Так, тихо. Саша, не буянь. Так, ну, маг. А, елки-палки, у меня же нету посоха на воскрешение. Ну, в принципе, и так справились. Хотя, армия довольно сильна. И получаю я 36 тысяч. Хороший куш. Ничего не скажешь. Итого у меня уже, ребята, 200 тысяч накопилось. Что же мне с ними делать-то, а? С этими деньжищами, так скажем. Не знаю даже. Ну, давайте, может быть, посмотрим. Ага, магию надо поставить обязательно. И изготавливать. Так, и еще одну. Буду чисто на фаерболах, ребята. Потому что все эти броники и там ускорение, это полная туфта. Так, ага, здесь мы уберем. Отличненько, 158 кристаллов у меня есть. Надо будет сохранить их. Так, ну куда же мне эти 200 тысяч-то, ребятушки, угрохать? Хочу, конечно же, с пользой. Вот, хранилище дерева мне нужно. А для этого нужно еще 70 кусков. Угу. Ну, по крайней мере, у нас есть перед собой задача. Построить сарай.
и надо 70 тысяч. Так, что я могу предложить вам, ребята, одно. Это сходить. Так, а здесь у нас... Да, сходить, короче, на карту, повоевать, пограбить ребят, и, возможно, мы построим себе сарай. Он обязательно нам нужен, потому что дальше без дерева делать нам нечего. Так, давайте глянем. Никита, Никита, везде побрито. Так, что тут у нас? У-у-у, братишка, ну ты попал. Извини, извини, что ты оставил всего 3 солдатиков у себя в гарнизоне. За это тебе придется поплатиться, и я надеюсь на будущее, что это будет для тебя уроком. Хотя, в принципе, какая разница, ребята, да? Я же тоже оставляю порой гарнизон вообще без охраны. Так что, кому как быть. Ну, в данный момент у нас 222 куска. 222 тысячи. И это замечательно, ребята, потому что осталось совсем немножечко, и мы с вами построим... Что? Конечно же, сарай. Это наша цель на сегодняшний, как сказать, выпуск. Так, кухонка. Ну, кухонку мы трогать не будем. 500 тысяч, да обалдеть можно. Ладно, как-нибудь перебьемся пока и без нее. Ну что вы, ребята, отхилились? Давайте, возвращайтесь. И я думаю, что самое время нам с вами отправиться на карту и прошуршать ее. Так, плюша, юбочка из плюша. Ну, конечно же, я забираю с собой магию, это естественно. И заменяем ее новой. Так, ну что же там у нас за плюша? Давайте глянем. Так, ой-ой-ой-ой-ой, это юбочка не из плюша, далеко. Это юбочка из титанового волокна. Так, а здесь у нас что? О, а вот это вот самый раз. Ну-ка, иди сюда. Сейчас мы с тобой по-быренькому расправимся. Ну что ты, родной, ножичками тут закрякал. Мак, успокойся, отдохни, полежи. О, арбалетчик, здорово. Оп, прости. Так что, Блэк, извини, 25 тысяч, спасибо тебе большое, мне они очень нужны. Так, идите, хильтесь. Итого у меня 24 тысячи, даже я бы сказал 247. Осталось совсем ничего. Если я еще проведу один такой бой, то свершится чудо, ребята. Свершится чудо, наша цель будет выполнена. Так, древесиночка, древесиночка, блин. 200 тысяч. Ага, 200 тысяч будет у нас неплохо в себя вмещать. Но пока этого нам не надо. Так, яблочки, монетки, это все замечательно. Так, все, отхилились, давайте возвращайтесь. И мы с вами, наверное... Так, давай-ка ты, наверное, добежишь пока. Наверное, должен отхилиться за это время, да? Так оно и есть. Так, ну и ты тоже. Да хорош, хорош. Давай, сделай вид, что ты бежишь. Ну что такое, а? Какой вредный. Так, все, стоять. Стоять, стоять, я сказал. Ты и так уже отхилился. Ну что же, продолжаем, ребята. Залман. Как прям фирма кулеров назвался. Так, 19 тысяч, нет. Пока мы тебя не будем трогать. Слишком крупный. Так, а это что такое, 77 лет или что там? Ну, вот этого можно было бы, наверное, ребята, да? В принципе. Но мы сейчас с вами посмотрим что-нибудь попроще. Алан. Вот Алана бы забомбить. Ну что ж, давайте рискнем, как говорится, здоровьем. Нам эти 24 тысячи, ой, как нужно. Так, понеслась, родная. Давай, давай. Ох ты, смотри, 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 как наяривает. Как он наяривает, а? Но... Нет, 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 успокойтесь, малыши, все, хватит. Ё-моё. Так, ну все, победа за нами, потому что два моих арбалетчика ухоркают просто-напросто его арбалетчика. Ну что же, ну вот, ребята, мы и сделали нашу поставленную цель на сегодня. 27 кусков. Точнее, что 27 кусков? 275 тысяч, а не кусков. И что же мы делаем с вами? Такой сразу соблазн большой, что-то найти другое. Ой-ой-ой-ой, о, ребята, тут еще, оказывается, будет металл у нас. Будет у нас, ребята, здесь металл помимо дерева. Вот это новости. Хе-хе. Да, ребятушки, играть нам в нее не переиграть, в эту игру.
А еще, когда выйдет обновление, там вот вообще будет жесть. Так, смотрите, да, казна. Блин, а может быть казну улучшим, а? Ребят, смотрите, вмещать в себе сколько будет. И производство плюс 800. Так, а здесь? Ну, здесь нам далеко. Так, а хочется, смотрите, будет доступно 3 магии, получается, да? Сейчас 2, а будет 3 слота под магию. Но 300 тысяч можно было бы, в принципе, еще бой провести. Но сарай-то все равно нужен, как ни крути. 270 тысяч он ровно стоит. Давайте, ребята, поставим его и не будем думать больше ни о чем. Потому что иначе я передумаю, пойду что-нибудь другое строить. И так и не дойдет дело до этого сарая. 270 кристаллов или сколько? 12 часов постройки. Да, немало, немало. Ну что же. Зато теперь мы можем с вами спокойненько бродить, путешествовать. Денег у нас все равно нету. Мы, считай, как нищие с вами сейчас, в данный момент. Видите, дерево у нас полным-полно. Оно уже даже не копится у нас. Так, переставляем сюда людей. Как вы помните, постройка становится быстрее. Так, видели, да? По часу я буквально уменьшил. Осталось всего 10.47. Чудесненько. Так, что он? Вместимость 200 тысяч. Неплохо, я считаю. Так, ну, жилая комната 200, колодец манны 100. Вот, кстати, на потом я хочу сделать еще одну жилую комнату. В плане увеличить количество жителей до 30. Вот это будет шикарно, ребята. 30 людей в моем замке. Ой, вообще красота будет. У меня будут и обучаться, и тренироваться, и что только... В общем, это цель у нас на будущее. Ну что же, наверное, ребята отхилились, нет? Ну, почти отхилились. И можно, в принципе, сейчас будет идти на карту. Я вообще, если честно говорю, честно сказать, хочу сходить на босса. Так. И попробовать его все-таки вальнуть. Рис-анархист. Рис-анархист. Неплохо прозвучало. Так, ставим магию. Новую ставим на замену. Ну, и давайте глянем. По-моему, мы смотрели уже на него, да? Ладно, глянем еще разок. Не убудет от нас. 15564. Давайте не будем пока на него нападать, а глянем кого-нибудь еще. Так, сюда. Что у нас здесь? Жаркий пепел. Блин, я хочу завалить этого голема. И вот, честно вам говорю. Блин, а вдруг получится, а? Смотрите, у него 14 тысяч, у меня 13. Плюс у меня еще, не забывайте, 2 магии. У меня новый арбалет, у меня новая сфера. Точнее, посох. Давайте-ка, ребятушки, попробуем его накумарить. Иди сюда, блин. Куда ты попер опять, а? Ну куда ты попер, блин? Ай, что творит, ребята, что творит, а? Смотрите. Да сдохнет уже маразматик. Так... Так, ребята, ребятушки, ну-ка, давай. Мак, ё-моё, ну, есть! Есть, ребята! Я этого козла урыл, блин. Фух, наконец-то я его вздрючил к чёртовой бабушке. Блин, ну вот это вот хорошо, вот это просто замечательно. Блин, вот эта серия, а, плодотворная, прям вот на 100%. И постройку сделал, и босса убил. И денег заработал. И сундучки сейчас еще вскрою. Ой, блин. Аж сам не могу с собой нарадоваться. Так, что нам здесь достанется? Вау, лук. Надеюсь, хороший. Так, 159 урона в секунду. Какой-то слабенький, но статы довольно приличные. Так, ну вот эта сфера, конечно, меня вообще интригует просто пипец. 38 уровень. Сколько же мне копить, а? Сколько же мне их раскачивать в своих ребят? Да, много воды с тех пор утечет. Ладно, ребята, идите у меня, прокачивайтесь, точнее, подхиливайтесь. Какой прокачивайтесь? И с вами, наверное, мы опять сходим. На карту, естественно. Так, тебе... Даже этот лук тебе не подойдет. Елки ты палки. Слабоват ты у меня, братишка. Очень слабоват. Надо тебе идти и подкачаться потом маленько. Набрать силы, Савилюшка.
Так, ну что, они у меня отхилились, и это замечательно. Ну что же, возвращайтесь скорее в мой отряд. Давай быстрее. И мы с вами пойдем глянем на карту. И есть предложение попробовать пройти очередную основную миссию. Да, тут вас немало. Но, не забывайте, у меня есть посох. Посох от хила. Не от хила, а воскрешения. И если я его поставлю, то есть вероятность того, что мы затащим эту каточку. Я надеюсь, они не будут, как босс, бежать сразу на магов и на лучников. В общем, пока не проверим, ничего не узнаем. Терять нам все равно нечего, ребята, кроме как еды. Ладно, поехали в бой. А, ну да, надо добавить магию. Так, кстати, у нас, ребята, проблемы с едой опять начинаются. И проблемы, естественно, с магией. Ну, думаю, пока нам хватит. Рискуем? Я думаю, стоит рисковать. Ух, была не была, ё-моё. Так, понеслась, тихо, заряд. Один есть. Так, у меня еще один заряд. Так, надо применять. Блин, что там за мелкий шнырь, блин, лазит. Так, замечательно, разбили. Все, есть, ребята, есть. Прошли, но я почему-то даже в этом не сомневался. Просто сегодня наш день, нам фартит. Так, я получил сундук. Интересно, а кто там у нас дальше будет, а? Наверняка скоро будет босс. А кто здесь босс? А босс здесь Артониус, по-моему, да? Или Арганиус? Или Аргениус? Ну, какой-то там Аргонтис. Брат Повелителя Бездны. Мы до него доберемся. И он узнает, почем фунт лиха. Так, разобрали. Что нам еще не нужно? Арбалетик. Подождите немножко, давайте мы сравним его вот с этим вот арбалетом. Да, в принципе, разбираем, он уже не годен. Отличненько, теперь давайте посмотрим брони. 2394, 2210. Наверное, надо какую-то броню разобрать, но может быть она еще пригодится. Так, что у вас тут вообще? Так, возвращаемся, идем сюда. Так, ты отхиливайся. Ману соберем. Так, ну что у нас тут получается? Пока все отлично. Так, он уже в отхиле. Отхилился почти полностью. Давайте его возвращать. Иди сюда. Ну и можно, наверное, ребята, рвануть. А куда рванем? Посмотреть следующего этого босса, хотел сказать. Следующего нашего врага. Так, ну что же, блин, елки-палки, опять с едой геморрой, а? Что ж за фигня-то такая, где нам брать еду, а? Кто скажет? Еды-то нам негде взять. Опять придется нам что ли делать паузу эту рекламную, блин. И ждать, когда она накопится. Я уже в таком ажиотаже думал, сейчас пойдем всех валить налево и направо. Ага, получился фигня. Ладно, ребята, давайте мы сделаем так. Я сейчас расставляю всех своих ребят на прокачку, кого еще куда. И, наверное, мы немножечко с вами отдохнем. Мы сегодня практически, ну как сказать, практически очень много чего сделали. И меня это, если честно говоря, очень сильно радует. Так, эти у меня будут стоять здесь. А толку от того, что они будут стоять там, а? Казна. Давайте построим, ребята, казну. Как вы думаете? У нас с деньгами напряженка. А она стоит-то всего 200 золотых. Думаю, лишним она не будет. Ну, заодно и побольше денег у себя потратим. Чтобы меньше, как говорится, досталось врагу. Куда вот ее только влепить? Давайте сюда, потому что если мы будем расширять, нам нужен будет еще один слот под нее. Так что как раз здесь ей будет самое место. Ой, тут 52 секунды всего ждать-то. Они сейчас пролетят моментально. Так, ну что же. А интересно, наверху замка будет все-таки этот дракон? Сделают они, разработчики, или нет? Ну, я так понимаю, что будет. И они собираются, наверное, его сделать. В общем, чем больше мы будем высказывать свое мнение по игре, тем больше они будут прислушиваться и, надеюсь, будут воплощать наши просьбы. Отчего игра будет только процветать и становиться лучше. Так, ну что, тут закончилось? Нет, еще 14 секунд.
Но также хочу, ребята, вам сказать, что во многих играх после обновления игра становится только хуже. Вот этого я боюсь больше всего. Если они запоганят игру, то это будет пипец. А они это могут сделать, даже не нарочно. Так, ну что, производство еды, производство маны. Это нам не нужно. Так, что тут у нас? Так, 5 минут. Ну что ж, давайте поставим на улучшение 5 минут. Так, яблочки, яблочки, манна. Так, иди сюда. Быстрее получится? Нет, не получится. А так было бы прикольно, да? Забежал и опа-на, она построилась. Замечательно. Так, улыбочки. Мана, ну что вы там бежите, как тараканы? Идите обратно, возвращайтесь. Толку от вас никакого нет абсолютно. Пока добегут, он уже сам по себе построится. Так, 10 часов 37 минут. Тут 4 минуты. Ну, я думаю, наверное, нам, ребятушки, можно в принципе и закругляться в этой серии. И обязательно встретимся с вами в следующей. Ну что же, ребята, спасибо всем за просмотр. И увидимся с вами немного попозже. Может быть, через часиков 10, когда я приду с работы. Вот. Ну что ж, спасибо за просмотр. Удачи вам, ребята. До скорых встреч. Всем пока. Увидимся.